Стив Мэн Гамильтон, Онтарио, канадский ученый-инженер в области компьютерной техники, создатель одного из первых носимых компьютеров. Образование. Стив Мэн получил степени бакалавра и магистра наук в университете Макмастера, соответственно, в 1987 и 1992 году. После этого он продолжил свое образование в Массачусетском технологическом институте, который окончил с докторской степенью в 1997 году. Идея изобретения. Еще в школе, в 1981 году, Стив Мэн собрал свой первый носимый компьютер, приспособив микропроцессор 6502, переносимый в рюкзаке на стальной раме, для управления фотоаппаратами, фотовспышками и другой съемочной техникой. Дисплей, основанный на катодно-лучевом видоискателе от камеры, крепился к шлему и выдавал текст с разрешением в 40 колонок. Вот на процессор шел с 7 микропереключателей, встроенных в рукоятку фотовспышки. Питание вся система получала от свинцово-кислотных аккумуляторов. С этого времени он постоянно занимался совершенствованием носимой компьютерной технологии, получив известность в частности благодаря своим ранним разработкам дигитальных очков, использующих принципы дополненной реальности. Другие его изобретения и усовершенствования включают черплет преобразования и компараметрические уравнения, а также гидравлофон, первый в мире музыкальный инструмент, действующий на принципе преобразования колебаний жидкостей в звук. Изобретения Мэна демонстрировались в Смитсоновском институте, Национальном музее американской истории, Лондонском музее науки, Нью-Йоркском музее современного искусства и городском музее Амстердама. Стив Мэн является автором более чем 200 статей, книг и патентов. Он штатный профессор Торонтского университета. В 2013 году Мэн был председателем проходившей в Торонто конференции Института инженеров электротехники и электроники.